Золотко. Все хорошо уже, слава богу, да. Все позади. Это их последний день в больничной палате. Лидия Руденская отдала свою почку, чтобы спасти жизнь дочери. Теперь женщина хочет поскорее забыть, как ей жилось до операции. Ну, тяжесть, постоянно тошнота, отечность, вот это самое такое было, и давление, бесконечное давление. Обе женщины говорят, чувствуют себя хорошо. Теперь день операции для них станет новым семейным праздником. Ну, у нас и зять переживал, и сын, у нее есть мой внук, и мой муж, и свекровь. Пачка сигарет в день, непростая работа на заводе, инфаркт 35 и больше 9 месяцев в ожидании донора. Эдуард Соколов перенес операцию 9 лет назад. Теперь в его груди сердце погибшего 26-летнего курсанта Киевского университета внутренних дел. Родители парня дали разрешение на пересадку. Заходит доктор и говорит так пальцем на меня, дежурный хирург там. Соколов, готовься, есть сердце. Почему-то вот раньше там сердце мое не ездили на заборы, так не билось ничего. А тут сразу так защемило, заболело, как будто почувствовала, последние денечки у меня остаются. Это кабинет гемодиализа в Харьковском областном центре урологии. Здесь специальные аппараты очищают кровь людям с больными почками. Ольга Юрьева работала фельдшером скорой помощи. Еще 6 лет назад она привозила сюда пациентов. Теперь на процедуры ходит сама. У нас болит все, понимаете? В первую очередь у нас идет тошнота, у нас идет головокружение. У нас идет, ну, понимаете, это когда человек болен, здоровым людям это не понять. Это вот... Человек даже вот гриппом болеет, да, это вроде как временное, а у нас это постоянно, потому что у нас идет интоксикация организма. Это не та жизнь, понимаете? Чтобы жить нормальной жизнью, Ольге нужна пересадка почки. Донора для нее пока не нашлось. По украинским законам отдать орган может или родственник, или же донором может стать погибший человек, если на это согласятся его близкие. За 6 лет существования Харьковского урологического центра здесь пересадили 35 родственных почек. Органы умершего человека не пересаживали ни разу. Врачи говорят, убитые горем из-за потери близкого человека родственники редко дают согласие на операцию. Да и сами медики тех больниц, где есть потенциальные доноры, неохотно ведут с близкими такие переговоры. Это ответственность. Вы понимаете, трансплантация сразу же, как только берется орган, начинается посещение представителей прокуратуры, УБОБа. Ищут какой-то криминал, куда дели орган, а зачем вы взяли, а у кого вы взяли. Понимаете, это настораживает руководство. А зачем кому-то, руководителям, нужна лишняя проблема? Чтобы в Украине можно было спасти больше жизней, сделав пересадку органов, в Минздраве разрабатывают законопроект. Документ предлагает ввести в Украине так называемую презумпцию согласия на трансплантацию. Это значит, что каждый здоровый человек сможет стать потенциальным донором, если при жизни не напишет отказ от этого. Инициатива столичных чиновников вызвала бурю возмущения. Посетители форумов напуганы. Предполагают, если закон примут, медики попросту не будут лечить человека, если его орган подойдет другому пациенту. Врачи же убеждают, все опасения надуманы и напрасны. Доставили пациента с почечной коликой. Он, когда поместили его в отделение, он увидел, что это отделение трансплантации почки. Он развернулся и ушел. Почему вы уходите? Потому что у меня здесь заберут почку. То есть страшилки вокруг. Никто не собирается у него забирать почку и кому-то пересаживать. Это глупости. В Комитете Верховной Рады по здравоохранению говорят, принимать такой закон пока рано. Украинское общество к этому еще не готово. Юристы соглашаются и отмечают, в документе нужно прописать механизм защиты прав человека. Все равно нужно как бы это обсуждать и в профессиональной среде, и среди медиков. То есть нужно готовить действительно наше население. Мы же говорим о праве неприкосновенности тела и так далее, да, о личных неимущественных правах лица, об уважении к человеку после его смерти. Пока чиновники, медики, юристы обсуждают все нюансы и дорабатывают законопроект, те, кому повезло, нашелся донор, строят планы на будущее. Наталья мечтает поехать с мужем в Европу. Эдуард планирует побить рекорд американца Тони Хьюзмана. С пересаженным сердцем он прожил 30 лет. Те же, кому еще нужна пересадка, продолжают надеяться. Скоро донор найдется и для них. Валерия Шапаренко, Павел Кубраков и Алексей Жучков. Объектив неделя.